Здравствуйте. А сегодня мы поговорим о том, как можно и как нужно использовать в кадре линии. Вот давайте посмотрим. Например, вот эта фотография. Ну, кроме того, что в ней присутствует старая тема «Наша ритм», кроме того, что в ней присутствует такая тема, как отражение, в ней используется для самого изображения, для того, чтобы получить какой-то кадр, используются обычные простые геометричные линии, прямые в данном случае, и используются различные формы. Вот линии и формы, они нужны человеческому глазу. Мы быстро выхватываем в изображении те простые формы, которые можем узнать. А какие простые формы? Прямоугольники, квадраты, треугольники, овалы, круги. Вот это все, расположив удачно внутри кадра, мы можем использовать. На следующей фотографии мы с вами видим уже изогнутые линии, мы видим дуги и так далее. Это тоже работает. Вот используя не только прямую линию, но и используя дугу, мы привлечем внимание и в то же время сможем выделить какие-то главные объекты. Мы сможем заинтересовать зрителя. Старайтесь снимать вот те вещи, о которых мы с вами разговариваем. Поговорили о ритмах, вы их сняли. Поговорили о фактурах, вы их сняли. Сегодня мы поговорили про линии и формы. Попробуйте поснимать линии и формы в кадре.